каждую банку кладем по одному зонтику укропа. Если нет зонтиками укроп, можно семенами. По 3 зубчика чеснока. Обрезать у огурцов хвостики жилки. И разрезать на 4 части. Вот так вот по длине. По вдоль. Укладываем огурцы плотно в банку. Черный перец горошком по 1/2 чайной ложки. Далее приправа для корейской моркови по 1 чайной ложке. Как раз пакетик ушел на 6 банок. Далее добавляем по 1 чайной ложке растительного масла. Добавляем на 1 литр воды, 150 грамм сахара и 2 столовые ложки соли. Как закипит, добавляем 150 грамм 9% уксуса. Теперь кипящий рассол разлить по банкам. Литра как раз хватает на 6 банок. Сверху накрываем крышками. Ставим банку в кастрюлю, заливаем водой и на огонь. Стерилизовать 15 минут. Закатать банки. Закатанные банки необходимо перевернуть вверх дном и укутать каким-нибудь теплым одеялом.